Капсула гардероба – это определение можно услышать от стилистов и дизайнеров. Капсула – это набор предметов, которые можно комбинировать между собой, создавая комплекты, разные по стилю и назначению. Сегодня участницы проекта «Модель X» составляют свои индивидуальные капсулы на базе коллекции «Энса». Сегодня мы покажем 4 образа. Это будет более классический, то есть официально такой более стиль, рубашка, брюки. Также это будет немножко интерпретация делового стиля, да, так что добавим немножко casual к нему. Мы покажем, как можно из офисного стиля трансформировать повседневный образ, что можно, допустим, после офиса там накинуть что-то и пойти на прогулку либо в кино. В этой коллекции присутствует актуальный цвет этого сезона, это виноград. Получилась достаточно объемная капсула с различными позициями, то есть это и трикотаж, это такая мягкость, то, что сейчас требуется людям, да, женщинам. Ну и про классику тоже не забыли, сделали несколько костюмов в этом цвете, что тоже очень так неординарно выглядит. Ну и, конечно, базовые вещи, которые всегда присутствуют, это классическая белая рубашка идеального кроя, она всегда есть, я думаю, что еще сохранится много лет. Когда-то в нашей стране было предвзятое отношение к российским дизайнерам. К счастью, стереотип о том, что все импортное априори лучше, мы уже преодолели. Российских дизайнеров успели узнать, принять и полюбить. Теперь важно научиться разбираться в качестве ткани, фурнитуры и пошива. Если это российский бренд одежды, что он тоже может быть интересный, что он может быть доступный, он может быть в разных представленных видах. Это не только костюмная группа, это и какие-то там casual образы, это какие-то комфортные образы, чтобы объяснить, показать нашим там женщинам, да, которым нравится эта с картинки, как это носится в жизни. Как их можно трансформировать и преобразовывать ваши образы из повседневного в офисный и обратно. Этот образ вот с такой юбкой, то есть можно сейчас прохладную зиму поверх брюк, такую стеганую юбку на запах, доехать, дойти куда-то до работы, юбку эту снять, и все. И на улице вы прекрасно в этой юбке выглядите, и в помещении вам будет не жарко. Юбка может быть верхней одеждой. Это меня очень удивило. Впервые вообще правда услышала. Возвращаясь к нинному образу, хочу сказать, что вот такие шелковые блузки тоже отлично подойдут к таким светлым брюкам. И сверху можно, допустим, еще и в комплект молочный жакет. Всего из 10-12 предметов одежды можно составлять до 30-40 образов. И это не единственное открытие, которое сделали сегодня участницы проекта «Модель X». У меня все строго, линии четкие, цвет более приглушенный, такие черные, бежевые, серые тона. Цветное я как-то не очень принимала, я не видела себя в этом. А тут просто для меня открытие. Я в основном из-за чего пошла на этот проект? Мне хотелось увидеть себя другую. Мне хотелось, но тем не менее я все равно сопротивлялась этому. И заходя в тот или иной магазин, я все равно выбирала вещи классические. Классические, в первую очередь я шла к темному. А тут, когда мне предложили вот это яркое цветное, я сначала сказала, нет, не мое. Но оказалось, да, я хочу. Мне было очень интересно сочетание, что называется, капсульная коллекция. Вот посмотреть, как это на практике создается. То есть из 3-5 вещей создаются, ну, образов 10-12 точно. Так они все взаимозаменяемые. Результат этой модной практики – навыки составления индивидуальной капсулы и умение комбинировать между собой различные по стилю вещи. А еще состоялось знакомство с российским брендом, который носят женщины не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья, и который, что очень приятно, создается в нашем городе. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru.